Сотрудники патрульной полиции и службы по чрезвычайным ситуациям провели совместно рейд в рамках акции «Освободи дорогу». Как показала жизнь во время различных ЧП, многие автомашины нарушают правила беспрепятственного проезда службам скорой помощи и пожарным. Какие меры будут приняты к нарушителям? Подробнее в следующем сюжете. Водители, не уступающие дорогу машинам пожарной службы, придется заплатить штраф. Такие нарушения были выявлены во время рейдового мероприятия, организованного сотрудниками областного департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями местной полицейской службы. Каждый квартал мы проводим подобные рейды. Зачастую во время аварий и пожаров автомобилисты не уступают нам дорогу. Отсюда и опоздание на место происшествия. Эта проблема стоит очень остро, и мы должны ее решить. По словам специалистов, на улицах города нередки ситуации, когда автолюбители не уступают дорогу спецтранспорту, будь то пожарные или машины скорой медицинской помощи. Особенно в часы пик, когда наблюдается сильная загруженность на дорогах. Сегодня сотрудники батальона полиции управления полиции города Тараза совместно с сотрудниками по чрезвычайным ситуациям проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок». Основной задачей ОПМ является пропуск автотранспорта по дорожной сети со специальными звуковыми и световыми сигналами в соответствии со статьей 598 Республики Казахстан. Полицейские вместе с сотрудниками ДЧС надеются, что такие совместные меры все-таки вызовут уважение и понимание со стороны автолюбителей к службам, спешащим на помощь людям. Куляш Умурзакова, Нурлан Бектурсын, 77 News.